Владимир Уйба осмотрел ход капитального ремонта Национальной библиотеки Республики Коми. Работы начались в сентябре прошлого года. Их себестоимость вместе с оборудованием 202 миллиона 280 тысяч рублей. По словам директора библиотеки Алексея Просужих, на объекте уже полностью завершены демонтажные работы, перемонтирована система водоотведения, проведена разводка системы электроснабжения, монтируются новые тепловые контуры, идут работы на фасаде, монтируется подсветка здания. После ремонта, на его окончание запланировано на август, здание библиотеки и внутри, и снаружи будет выглядеть как в год открытия в 1958. Электронные каталоги планируются. Здесь диванчики полностью в этом пространстве. Вот это мы все убираем деревянные. И балкончики открывают. То есть такое хорошее пространство. Национальная библиотека Коми – это центр книжной культуры и краеведческой информации. Объем универсального фонда составляет 880 тысяч единиц хранения. Это книги, газеты, журналы, карты, открытки, звукозаписи на различных носителях, электронные издания. В библиотеке хранятся редкие книги и первые выпуски республиканских периодических изданий начала 20 века. Ежегодно памятник истории и культуры на Советской посещают около 20 тысяч читателей.